Мария Демидова, 22 года, родилась в Саратове, работает менеджером в психологическом центре. Во время учебы в университете играла в КВН. Жизненное кредо, что не делается, все к лучшему. На проект я пришла для того, чтобы попасть в нестандартную для себя обстановку, испытать свои силы и свои возможности в новом виде деятельности. Когда выполняла первое задание, была удивлена реакция людей, так как они явно не ожидали услышать вопросы такого плана. От проекта я ожидаю погружения в атмосферу телевизионной кухни. Уже с большим нетерпением жду новых заданий, так как хочется побыть и репортером, и ведущей, и сценаристом. Узнайте, кто стал лучшим участником проекта «Конкуренция» на этой неделе. Смотрите по пятницам в 19:00 информационную программу «Новости 24 Саратов». Но это нехорошо. Проект «Конкуренция» смотрите по будням в 7 утра и 19 часов вечера.